Да. Ах ты, блин, все-таки попал. Хей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, редиска, Стим Куньоко, простой человек, пацаны, скажите привет. Привет всем! Просто. Вы будете убиты мной. Сегодня у нас карта FNAF 3, аниматроники бывают охранника. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день. Так, закрывай, наверное. Вот он, вот он! Отлично. Ушел. Так, пацаны, внимательно следите. Нет, стой, нет, стой. Так, подождите, подождите. Вот коридор, наверное, да, вот этот вот. Да, мы будем видеть, если он будет к нам идти, мы его увидим. А, не, он там. Да мы не откроем вентиляцию. Вали отсюда, щенок. Я его вижу, он сидит. Он еще там сидит? Да, 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 да. Все, вышел, пошел. Побежал. Ого, он быстрый. Молодцы, ребята. Молодцы. Он не открывается, не открывается. Он сейчас... А, вот так, где... А как он так быстро перемещается? Ты что, чей? Как так-то? Я не знаю, я выбрал быстрого. Закрой, закрой лучше. А ты чего? Закрой, закрой. Ай-яй-яй. Я, короче, головой в ящик улетел. Все, по почте отправляйте меня. Ну, блин. Пацаны, а кто открыл эту штуку? Редиска. Редиска, ты что? Зачем? За аниматроников сегодня? Здорово, пацаны. Ой, я давайте удалю двери в шкафу. Да. Здорово, так. Я вам на всякий случай маску возьму, иначе он вас может убить. А мы не будем открывать двери, пока он стоит? Да, но я маску возьму. Так. Пацаны, надо уже спускаться в подвал. Не открывайте вентиляцию, он там, я его ноги видел. Эти что? Что? А ты лифт, что ли, спустил? Ах ты подлец. Нельзя. Да, вот что. Так давай ты съезжай на лифте. Не-не-не. Привет. Блин, насколько это сегодня жесткий аниматроник. Вообще не дает нам проходу. Ой. Успел. Ой, ты что делаешь? Пацаны, что-то у меня лагает. Кыш, уйди. Эй, что-то у меня залагало. Ну ничего, бывает такое. Это бывает в жизни. Ха-ха-ха-ха-ха! Успел закрыть, не открывай. Отлично, отлично. Вот ты говной, блядь. Не откроешь. Закрыл. Так, пока не веселятся, мы делаем обход. Не открывай, не открывай. Ничего не поворовали. Ничего не открывай, он там. Пацаны, сторожите же. Сторожим. Не открывай ничего, он там сейчас. Поднимаемся. А, вот он, вот он, вот он, за стенкой. Ничего не открывай, просто смотри по камерам и наблюдай за ним. Открывайте дверь, открывайте. Все, отлично, ребята, обход сделал, он не смог меня убить. Так вот, сегодня у нас слабый аниматроник. Так, почекаем камеры. Вот он, вот он, вот он. Он в лифте сейчас уехал. Он уехал. Вот говно. Вот уехал, говно. Да? Да. Так, а у нас подвала нет камеры, только здесь. Опа. Я наверное, своих... Я, наверное, Дима, сейчас там своих приспешников оставлю. Каких приспешников? А вот они. Не открывайся, он там еще, он там еще. Так, смотрим. Там по камерам вообще, да, нельзя на второй этаж смотреть, только наш, второй. Так, давайте, он давай, не психуй, не психуй, не трать патроны. Блин, я боюсь. От первого. Пугается какой-то он, баган. Ну ладно. Ты говной воняешь? Говной воняешь. Блин, а чё я не могу прострелить между прутьями? Это очень странно. Фу, успел! Где он? Не, мне показалось, или это была его тень? Положите мусор. А, нет, еще рабочая же. Не открывайте вот эту дверь, а вот он. Так, я вижу, пришел. Злой аниматроник. Конечно, злой. Который сегодня не может нас никак убить. Представляете, как мы сегодня классно выживаем?
Знаешь, как я могу сделать? Вот по-читерски. Не, если по-читерски, то у тебя заплюют все, нельзя. Только по-честному, мы открываем двери. О, господи. А ты спустись, да, давай. Слышь, да? Вы что там делаете? О, привет! О, привет! Я тебя знаю. Что ты там смотрите? Какой-то мухи на говно. Чё ты мне... Так это NPC, наверное, да? А нет, это не NPC. На этой карте NPC бегать не будут. Закрой! Димас, Димас, закрой! Ооо! Димас, у меня появилась идея, иди сюда, иди сюда. А, кстати, близко к окну не становитесь, я могу вас и так и убить. А чё? Опа! Опа! А, я могу... У меня... Вот, дай мне... Где ты? А вот я. Так ты что ж, ты так нечестно, ты резко меняешь скины, там, возможности. Ну что, пацаны, оружие будем доставать? Да, я заминировал весь этот. О, пацаны, я знаю, какое у меня есть оружие. Не надо минировать. Пока мясь не надо. А, я немного, одну бабочку. Так, подождите, а где наше оружие? Ой, классно. Ну что, вы готовы по порталам попутешествовать? Да. Отлично. Но я не буду, потому что у меня может забагаться все. Кто открыл? Ай, ты блин, да я хотел красиво выйти поставить, а он стоит на чеку постоянно, ну, не дает ничего сделать. Естественно. Ну, естественно, да, хорошо. Я запомнил твою текстуру. Ах ты говно. Ах ты говно. Кто помнит? Опа, опа, мальчик, мальчик, давай. Это все? Так, мы сейчас сделаем по-другому. Смотрите, поставил здесь аниматроников, а какой хитрый. Я и плюс трапа даже поставил. Хорошо. Ой, извини, редиска. Ой, нифига себе. Я же в дверь вошел. Смотри. Закрывайте двери все, идите ко мне. Ага. Ой, бывает, извините. Ой, Влади! Удаляй! Да чё так? Надо перейти в портал и отойти от него сразу. Удаляй! Димас, удаляй портал, он там. Дим, заходи. Снимай его. Кто NPC стоит? Он за нами телепортировался. Представляете, какой хитрый? Ой, беги, беги! Да ты завали... Ты думаешь, я не вижу, что ты делаешь? Нельзя летать! Ладно, своих так, приспешников дарю. Потому что они... Ладно, это было не по-честному. Полетели, Димас! Полетели! Быстрей! Есть, есть, есть! Ой, чё-то не туда. Да шо ж такое? Ты задрал! Летающий урод! Вы меня вытолкнули! Ты летаешь! Аниматроники не могут телепортироваться, летать не умеют. Ты что такой подлец? Я успел в лифт зайти! А я в тех... О, оригинальный возьму. Не, не едь наверх, не едь сейчас наверх, он там. Пошли, пошли, пошли! Редиска! Нет! Он меня отправил! Он тебя убьет сейчас. Откуда ты знаешь? А я тебя вижу по тени. Ты же тень отбрасываешь. Так. Ах ты говной! Так, так, так. Чего? Я сейчас приду. Пацаны там угорают, а мы сейчас делаем по красоте все. Ой, я в лифте. Ой, привет. Ой, я на лифте. Ага. Так. Будем чекать. Блин, я на лифте. Пацаны, ну что, его нету? Да, нету. Блин, что-то этот портал, интернет лагает на портале. Ой. Подглючивает картинка. Сейчас, наверху, кажется, сейчас вот... Я на лифте застрял, помогите. Помочь? Да. О, на полу можно поставить, точно. Да. Чпоньк. Нифига себе мы там на этот... Чего? Нафигачили порталов. Где я? Где я? Где мы, Димас?
Не знаю. Я что-то в лифте хожу. А, мы над лифтом были. Нормально? Что я теперь в полу делаю? Так, ну что, где этот аниматроник конченый? А я вот здесь. Так, 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 ждем. И будешь обижать пацанов наших? Yes. Я тогда буду на тебя орать сильно. Как говно ты. Ты чё в полу спал? Дайте выбраться. О, кто меня? Ну что, пацаны, я его пригвоздил. Ты чё, офигел? Я тебя пригвоздил, говорю. Дима, смотри. Насыпаю, прям насыпаю. Да. Ах ты, блин, все-таки попал. Прыгал вокруг тебя. Ну, хорошо, хорошо. Все нормально? Да, у тебя все плохо. Дим, точно нормально все? Да. Может, Дима, собернись. Вот что ты пристал? Что ты пристаешь к нам? Я просто в полу тут путешествую. Так, хорошо. Да ты задрот, уйди, подлец. А ты ж меня держишь. Ну так я... Нормально, уйди, нельзя я делать. Дверь. Нельзя. Так. Ого, у нас тут есть пушки. Блин, плохо, что они не влазят в нашу контору. Блин, ну да. Ой. Ой, давайте я удалю пушку. Я что-то переборщил, пацаны. Все, закрыты двери. Давайте немножко отдохнем. Ты смотри, какой разошелся здесь. Так, что мы можем О, а ну-ка. А туда иди, отойди. Оружие. Прикольное? Да. Где ты его нашел? А ну почуй говна. Как вам пулеметик? Мощь? Ага. Это находится, пацаны, в Entity. Entity? Greenwich Staff. У нас тут целая коллекция. Так что давайте, ребята, 3000 лайков, откройте, и мы что-то прошу. Снимем с этими пулеметами. Заходи, подлец. О, мы успели закрыть. Блин, классно, что мы сразу нажали. Это было бы жесть. Бах, я хочу попробовать. Закройте дверь, прошу. О, пацаны, я знаю, что надо сделать. А можно мне заспамить такую же штуку? Не-не-не. Потому что он нас убьет. Он всегда так делает. Не, ну если ты будешь так делать, я тебя отомщу. Я могу отомстить тебе, чтобы ты знал. А дверку вы будете закрывать? Пацаны, закрывайте двери. Почему? Так. Я уже хотел делать отчет. Не надо. Надо. Давайте, наверное, тут одну. Здесь. Наверное, здесь. Умри! Ни за что! Ой-ой-ой! Ага, спасибо, Дим. Тебе понравилось? Да. Ой-ой-ой, смотрите, какие взрывы. Это мини-ядерные взрывчатки такие, бомбочки. Но они взрываются эпично, смотрите. Даже радиацию оставили. Ого! Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и после моей ролики еще.